По сообщению пресс-службы МЧС России по ЯО, за этот год в области на телефон 112 поступило 82 558 вызовов. В декабре 2205, за минувшие сутки 238. Оказана справочно-консультационная помощь 19 гражданам, и 214 – это ложные звонки. На пульт службы спасения поступают и ложные сообщения, совершают угнетенные граждане, которые не владеют объективной информацией о причинах возникновения тех или иных внешних признаков, принимаемых ими за пожары. Остальной поток ложных вызовов связан с баловством детей, а также приходится на людей с психическими расстройствами и хулиганов. Главное управление МЧС России по ЕО напоминает, что вызов пожарной, скорой помощи, полиции, а в некоторых случаях и всех экстренных служб одновременно из хулиганских побуждений – это заведомо ложный вызов, который карается наложением штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. Уважаемые жители и гости автономии, проведите профилактическую беседу со своими детьми о недопустимости таких развлечений и сами воздержитесь от желания так пошутить. Ведь из-за такой шутки могут пострадать люди, которым именно в тот момент нужна была помощь. Помните, что ничто так не ценно, как человеческая жизнь.